мужчины. Карате для меня что? Карате — это все для меня. Это, во-первых, жизнь, в котором я живу, которой я могу сказать конкретно, я в молодости был слишком такой, скажем, искал себя. После того, как я нашел, вернее, познакомился с карате и стал заниматься этим искусством, я понял, что это вся моя жизнь в дальнейшем. И, естественно, я хочу сказать, что благодаря карате я совсем изменился, стал другим человеком. Может быть, не было бы карате, я бы сегодня не был бы тот самый физули, который сейчас перед вами. Doldu. Bütün dünyaya vatanı tanıttın.